Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Андрей Павлович, готовы? Да. Это она? Да. Да. Это Наташа. Здорово. Чем занят? Изучаю биографию Андрея Павловича. Непростой пассажир. Строительная компания своя, шоу на телеке, бабла немерено. Ничего, от нас не откупится. Это точно. Что там у тебя? Экспертиза? Она родимая. Смотри. Тормозного пути нет, а метрах в 20 от места столкновения... Разгон с пробуксовкой. Большого поджидали. Увидели, когда выйдет из центра и дали по газам. Значит, точно умышленно. Случайным наездом здесь и не пахнет. Что криминалисты? На одежде Большого нашли элементы черной автомобильной краски. А у нашего вдовца как раз черный автомобиль. И надо бы его осмотреть. Да и с ним переговорю. Так что я поехал. Слушай, давай я лучше съезжу. Ты лучше в центр езжай. Ты же там свой. Ну да, ты прав. Ладно, тогда на связи. Давай, пока. Я плохо ее знала. Она провела в центре всего сутки. Но это тоже срок. Как ты думаешь, почему она сбежала и, главное, куда? Боюсь, обратно к мужу. Она весь день к нему рвалась. Я пыталась ее удержать. А зачем? Чтобы защитить. Он бил ее. Ну, знаешь, он мне монстром не показался. Никто из них не кажется. Такие мужчины отлично умеют притворяться о Юде, но он отточил это мастерство просто до совершенства. Ты это откуда знаешь? Я с ним разговаривала и сделала вот такие выводы. Если Наталья погибла не случайно, не удивлюсь, что ее убил он. Но если это так, я это докажу. И он за все ответит. Надеюсь. Знаешь, больше всего меня в этой ситуации радует, что хуже уже точно не может быть. Простите? Надежда Сергеевна Кошкина? Да. Вам заказное. Лично в руки. Ага. Распишитесь. Здесь? Да. Спасибо. Департамент строительства. Так. Нет. У нас несколько важных новостей. Начну с хорошей. Звонили из больницы, Нину успешно прооперировали. Да. Спасибо Жене и Тамаре. Ваша кровь спасла ее жизнь. Повезло ей. Остальные новости совсем не радостные. Сегодня ночью погибла Наталья Большого. Ой, Господи. И в связи с этим каждую из вас опросит полиция. И последнее. Здание нашего центра попадает под реновацию. Ой. И в ближайшее время его собираются снести. Как? А новое дадут? Нет.
Но у вас же есть свой контакт в администрации. Он не поможет. Теперь мы сами по себе. Ну и черт с ним. Сами себе поможем. Пусть попробует нас отсюда выгнать. Ну, да, да, да. Мы докажем, да, что, что это незаконно. Вот это верно. Да, да, почему нет? Танечка, здравствуйте. Это Юлия из Кошкиного дома. Психолог, да. Скажите, а ваш брат еще работает в администрации? Ушел. Жаль. Да нет, ничего. Расскажите лучше, как там у вас дела? Черт, ни одного подходящего прецедента, а у меня, к сожалению, мало опыта в этой области. Ну как мало? Ты же столько квартир по суду разделила. Ну то жилая недвижимость, а тут, не поняла, зарядка сдоха, что ли? Нет, электричество вырубили. Сашка, Пашка, чё? Опять вы отчебучили? Не-не-не, это я. Кипятильник в розетку воткнула, оно как шарахнуло. О, как. Андрей Павлович, где вы вчера находились в районе 10 вечера? Ехал с деловой встречи. Угу. Кто-нибудь может это подтвердить? Вряд ли. А что, мне нужно алиби? Вы считаете, что это я убил Наташу? Да нет, ну что вы. Но если бы у вас был хотя бы один свидетель, который вас видел, у нас у всех было бы гораздо меньше проблем. Понимаете, о чем я? Понятно. Давайте упростим жизнь нам обоим. Искать ведь ваша работа. Вот и найдите для меня такого свидетеля. За вознаграждение, разумеется. Да, понял. А я могу сейчас осмотреть вашу машину? Можете. Но только в том случае, если у вас есть постановление. Оно ведь у вас есть? Нет, пока нет. Вы же не в качестве подозреваемого. Вот именно. Я не подозреваемый, а пострадавший, который добровольно помогает следствию, вместо того, чтобы заниматься похоронами. Намек понял. Ну что ж, я вас более не задерживаю, Андрей Павлович. Вот. Мои контакты. Нужна будет помощь. Звоните. Вы знаете, я могу быть очень полезен. Но в случае вознаграждения, разумеется. До свидания. Ясно. Судя по биллингу, незадолго до смерти Большого звонила своей ассистентке. Рита, ты случайно не слышала, о чем они говорили? Нет. С какой стати? Я вообще спала в это время. А, ясно. Ну, пойдем протокольчик подпишем. Какой протокол? Да пошел ты. Ничего я подписывать не буду. Девочка, а можно повежливее? Доля, давай девочку отпустим, ей на осмотр надо. Иди, Рит, тебя Валентина Ивановна ждет. Иди, иди. Вообще-то мог ее задержать до выяснения. Не надо. Так я от нее вообще ничего не добьюсь. Ты пробил ее по базам? Начал. Среди потеряшек ее нет, родители о пропаже не заявляли. Может, нет этих родителей? Я тоже так подумал. Завтра начну детдома шерстить. Со времен постройки не меняли, что ли? Это очень старое здание. Когда его строили, электричества еще не было. Тут, кстати, раньше коллеги ваши жили. Кто? Коменданты? Нет, военные. В конце 19 века здесь квартировался генерал царской армии. Ну что, скоро почините? Wi-Fi не работает. У вас тут вообще все чудом работает. Давно должно было накрыться или полыхнуть. Изоленту подай. Да изоленту! Изоленту! Вот. А про генерала это правда? Да. А во время войны здесь сначала штаб дивизии был, а потом госпиталь.
Тут кое-где даже старая кладка времен войны сохранилась. Откуда вы так много знаете? Экскурсоводом в юности подрабатывала. Этому зданию собирались присвоить статус исторического памятника, но что-то не сложилось. Ладно, пока так, потом по уму до дела. Так, стоп, если памятник истории, значит, охраняется государством. Где, вы говорите, эта кладка? Ну, Тамара. Тамара, вы умница. Пацаны! Я дала всем девчонкам твой номер. Если они что-то вспомнят, они сразу позвонят. Спасибо. Хотел спросить про ту девушку. Ты делала тест? Да. Но родство не подтвердилось. Жаль. Угу. Я был уверен, что вы даже чем-то были похожи. Ладно, я буду продолжать поиски. Нет, Толь. Давай пока повременим. Здравствуйте. Не до того сейчас. Поиграйте, сейчас я приду. Боишься очередного разочарования? Ну, не то чтобы, но мне надо к нему подготовиться. Надя. Все нормально. Мне очень повезло, что ты мой друг, Толя. Ты всегда рядом. И всегда буду. Спасибо. Ну ладно, пока, я пошел. Да, ну ты тебе говорю. О, вот, смотри. В общем так, если мы докажем историческую ценность здания, то его нельзя будет снести. Вот. Точно, Женя? Ну, по сути, да. Но? Ценность нужно доказать. Придется сделать запрос в архив Министерства обороны, но ждать ответа оттуда можно долго. У нас нет времени. Что же делать-то? Пытаться найти другие доказательства. Документы, артефакты, архитектурные особенности. А, артефакты, где мы их возьмем? Надежда Сергеевна, пойдемте, я покажу. Во всем подвале кладка древняя, а эта стенка военных лет. Вот она. Я не думаю, что этого хватит. Простые кирпичи ценности не представляют. А, так может, цена то, что за ними? Слышите? Пустота. Вы что, хотите разбить стену? Если вы не против. Ну-ка, пацаны, отойдем. Пару ударов и... О, даже один. Ух ты, сейф! Это что, кладовка? Похоже на то. Но использовалась явно для других целей. Разойдись! Если мы найдем что-то ценное, то только в этом гробу. Стойте! У меня есть идея получше. Ух ты! Только что прислали, номер скрыт. А теперь героиней буду я. Я хочу, чтобы люди узнали, что творится с дверями моего дома. Я сначала размажу Юдина по стенке, а потом затаскаю его по судам. И еще. Стрибина, 2 ляма малым. Завтра ты идешь за город. Указание получишь в дороге. Или я солью это кино в полицию. Что делать? Что делать, что делать? Деньги готовь. Надо выманить гада. Угу. А потом? А потом сюда везем, вместе с баблом. Сам с ним поговорю. По душам. Понял. Так, пилкой я это не откупорю. Инструменты есть? Пожалуйста. Помочь можешь чем? Нет. Так. Это.
И вот это. Ты что творишь? Так надо. И не мешайте. Ёбаная корыта. Не ругайся. От этого корыта зависит будущее нашего центра. Спокойнее. Кажись, есть. Ну что там? Что, что там? Что? 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 Опять бумажки. У вас хоть что-то ценное есть? Дай-ка. Аккуратнее. Ух ты. Эти бумаги, они сейчас ценнее золота. О. Да, она звонила мне. Сказала, что хочет снимать программу в Кошкином доме. Велела собрать группу. Мы договорились с ней встретиться. А где? В кафе «Весна» на Савинском. Я приехала, просидела там час, но она так и не пришла. А утром в новостях передали. Просто кошмар, поверить не могу. Кристин, вы соберитесь. Мне очень нужна ваша помощь. А какая была тема передач? Мы не успели с ней это проговорить. Пожалуйста, давайте закончим, я больше ничего не знаю. Да-да, конечно, на сегодня все. Но вы из города не уезжайте, мне вы еще понадобитесь. Заходи. Тебе что-то нужно? Да. Денег на такси можете дать? Я потом верну. Могу. А я могу спросить, куда ты собралась? С трещиной в ребре. Ты и так еле ходишь. Ну я же вас не спрашивала, на кой вам сейф приспичило вскрывать. Вот и вы, не лезьте не в свое дело. Ну хорошо. Возьми мой телефон. Тип-контроль. Ну какой контроль? А вдруг тебе станет плохо и понадобится помощь? Сразу звони. Достаточно? Да. Тоже мне мать родная нашлась. Что? Ничего. А ведь ты же спрашивал, где я с Наташей встречаюсь? Зачем? Чтобы убить ее? Я теперь соучастница, да? Тише, тише, тише. Я никого не убивал, просто... Просто так получилось. Поверь, я сам раздавлен. Конечно. Конечно, это страшная трагедия, но... Но давай посмотрим на это с другой стороны. Она же открывает новые возможности. У тебя теперь будет свое шоу. Ты же давно хотел занять место Натальи. Ну, представь, вся в черном, со слезами на глазах. Это будет просто бомба. Не говори так. Это ее фраза. Как скажешь.
там. Подлинники. И сохранность неплохая. Они, несомненно, представляют интерес. Документов первых лет войны сохранилось меньше всего. Сами себе представляете, какая была ситуация в 41-м году. Да, да, я все понимаю, страшное время, но что насчет здания? Признаю его исторически значимым. Уж больно вы, молодой человек, шустрый. Нет, конечно, ваша история о замурованной комнате меня впечатлила. Ну? И история здания богатая, но... Ничего обещать не могу. Ясно. Ну, я на эстакаде. Ты здесь собрался деньги забирать? Я тебя не вижу. И не надо. Чего? Подойди-ка, спой сумку вниз. Чего? Дело живое. Андрей Павлович. Ну что там у тебя, везешь его? Нет, он меня переиграл. Что? Свалил с деньгами. Ты что, совсем офонарел? Да я тебя... Не волнуйтесь, я его найду. И деньги тоже. Я подстраховался на этот случай. В сумке маячок. В общем так, все непросто. Сказали, документы интересные, но вот насчет здания не уверены. Буду думать. На это могут уйти месяцы. Ясно. А пока они думают, нас уже снесут. Нет, не снесут. На время вынесения решения зданию присвоен неприкосновенный статус. То есть мы можем остаться? Это еще не спасение, но хоть какая-то отсрочка. Ура! Мы так и думали. Ну все, хорош, хорош. Все. Спасибо. Здорово, да? Вы наш герой. Ну и что, пришла? Поплакать и рассрочку попросить? Нет. Тут все. Опа-на. Откуда у тебя это? Понял, не мое дело. Давай бабки на заднее сиденье положу. Теперь вытаскивай Леху. И не вздумай меня кинуть. Не боись, не кину. Я слово свое держу. Короче, так, я тебе наберу, когда понадобится показания дать. Добро, жду. И насчет этой телезвезды. Большого, что ли? Да. А ты к никаким бокам. Почту посмотрите. Здравствуйте, Андрей Павлович. А что за срочность и почему здесь? Потому что меня сюда вызвали. Письмо счастья вручить. На вот, полюбопытствуй. Ходатайство
о временном запрете на снос. Это Надя сделала? Ну а кому, кроме нее, нужна эта развалюха? Кирилл, ну будь уже мужиком, поставь свою бабу на место. Она уже не моя. Я бы и раньше не смог, она делает только то, что считает нужным. А ты, значит, всегда сидел у нее под каблуком и только поддакивал, так? Давай, Бухарин, решай вопрос. Андрей Павлович, я не понимаю, что вам это здание? Вы изначально не планировали там строить. Потому что из-за него погибла моя жена, если ты забыл. И я принципиально хочу сравнять его с землей. И ты мне в этом поможешь. Иначе сам закончишь под его обломками. Надя! Привет, Кирилл. Рада тебя видеть. А я тебя не очень. Что это значит? А что тебя удивляет? Я пытаюсь спасти свой центр и людей в нем. Забавно. Ты вчера сказала, что человеческая жизнь для тебя неразменная монета. А как моя жизнь? Ты зачем меня топишь? Кирилл, ты не сравнивай. У тебя есть все, а у них... Нет, это у тебя, Наденька, есть все. У тебя есть центр, у тебя есть моя машина, мои подарки. Ты вообще хорошо устроилась. Вывернулась из всего, ничего не потеряв. Извини, я об этом не подумала. Да, подарки завезу через 2 дня, а машину отдам тебе сейчас. Да я не об этом. Нет, ты прав, так будет справедливо. Пойдем, она стоит за углом. Да, я слышу. У вас сколько? Здесь обычно стоит. Давай, так, секунду. Договорились. Алло, Лида, выйди, пожалуйста. Не рыпайся. Совсем страх потерял? Шефа доить удумал? Ты вообще понимаешь, с кем ты связался-то, а? Что-то я не понял, какого шефа? Сейчас поймешь, в машину его. Шагай. Я ничего не понимаю. Мы из больницы вернулись, и я ее здесь оставила. Ключи на проходной положила. Значит, угнали. Ну, значит, твои угнали, раз ключи в общем доступе. Я ведь тебе ее подарил. Это не мои. За своих я ручаюсь. Прости, Кирилл, я сейчас же напишу заявление об угоне, и я надеюсь, ее найдут. План перехват устроят и найдут. Досталось вам, конечно, в последнее время. А вы сегодня ели что-нибудь? Нет, не ел. Пойдемте пообедаем. Нет, мне идти надо. Да полчаса все равно ничего не решат. Вы с этой нервотрепкой совсем себя загоняете. Ну, хорошо. Только я угощаю. Хорошо. Ну, а что так мелко-то, а? 2 миллиона. А может, мне дом на тебя переписать? Андрей Павлович, ну я же не в курсе был, что это ваши деньги были. Мне же их просто, на лапу дали. Кто? Девка беременная, малолетка. Просил, чтобы я ее парня из СИЗО вытащил. Слышал? Тебя малолетка развела. Кто такая? Как зовут? Где найти? А я не спрашивал. Я же не знал, что она бабки найдет. Я думал, ей цифры нарисую, сразу отвалится. А может, ты мне врешь, Сазонов? И вместе с этой девкой меня доишь? Андрей Павлович, я на вашей стороне. Чем докажешь? Телефон. Вот сейчас. Вот. Она мне вот это прислала. Я бы мог вас сдать, но не сдал. Удалил. Теперь вы мне верите? Почти, Сазонов. Почти. Спасибо. Красивое место. Ваш заказ. Спасибо. Не знала, что рядом с нами есть такое. А вы здесь раньше бывали?
Нет-нет, я здесь впервые. Давайте выпьем за приятное открытие. Давай. Буду иногда сюда сбегать. Из нашего дурдома. Дурдома? Ну, как его по-другому назвать? Мы живем как на вулкане. То потоп, то батарея вырубится. Сегодня вот проводка сгорела. Да что вы говорите. Проводка – это дело опасное. Сама боюсь. Комендант этот кое-как ее подлатал, но это что же не решение. Вдруг что полыхнет, а там же люди. Вообще, я за реновацию. Здание старое. Его давно пора сносить, как-то Надежда Сергеевна не понимает. К тому же, если это нужно ее мужчине. Бывшему. Вы, значит, из тех женщин, которые на край света за мужчиной и без всяких вопросов? Ну, как иначе? Ну, это хорошо. В наше время это редкость. Знаете, Лида, а у меня есть одна идея. Ты где был? Я звонил. Нам разрешение выдали на осмотр машины Юдина. Ага. Слушай, у меня вопросик к тебе есть. Ты же в этот кошкин дом растуматался. Не видел там девку такую симпатичную, с животом? Ну, есть такая. Я с ней сегодня разговаривал. А тебе она зачем? Протокол, да? Ну, у меня просто похоже, в другом деле всплыла. Данных нет. Она анонимна в центре. Я, кстати, начал ее пробивать. В базе детдомовской нашел. Посмотри, она нет. Фотография с паспорта, ей здесь 14. Ну, вроде похоже. В таком качестве не разберешь. Я звонил в детский дом, сказали, месяца три назад сбежала. В общем, надо ехать проверять, когда только. Скинь мне на нее все, что есть. Ладно, слушай, я к Юдину, ты со мной? Конечно. Лады. Судя по показаниям прибора, правое крыло автомобиля перекрашивалось. Да и отрихтовали так себе. Торопились быстрее сделать, да? Предлагаю господина Юдина задержать до выяснения. Коллега, можете одну минутку? Ты что творишь? Может, сначала экспертизу дождемся, а? Чтобы он свалить успел? Нет уж. А если это не он? Это он, я нутром чую. Ну что, господа, едем? Едем, едем. Надежда Сергеевна, к нам тут из пожарной инспекции. Добрый день. Здравствуйте. Что-то вы к нам зачастили. Нас проверяли в прошлом квартале. Да, я внепланово. Жалоба на вас поступила. А я и не знала, что у нас такие бдительные гости. Да вообще мы уже все починили. Это хорошо. Но я все-таки должен проверить. Да, конечно. Прошу вас. Ты же сказал, что все поправил. Так я и поправил. Вы же видите, здесь изоляцию кто-то специально порезал. Я вижу, что электрощит находится в аварийном состоянии. Скажите спасибо, что я еще акт о предумышленном создании пожароопасной ситуации не составляю. Распишитесь. И что теперь с нами будет? Это вопрос не ко мне. Но людям в таких условиях жить нельзя. Андрей Павлович, вы уж извините, что мы вас сюда. У меня просто коллега с обостренным чувством справедливости. Ну, ничего, ничего. Ребята же работают. А можно телевизор включить? Ну, конечно. Ты чего? Не положено. Товарищ оперуполномоченный, там сейчас спецвыпуск нашего шоу начинается. В память о моей жене. Давай по-человечески как-то, а? Спасибо.
Опять собрание. Это какое уже? Девочки, извините, что я опять вас всех собрала. Я знаю, день и так был сумасшедший, но это очень важно. Несмотря на все наши усилия, я вынуждена сообщить, что наш центр закрывается. Да что же? Вы же нам обещали. Тише. Я обещаю, что никто не останется без крыши над головой. Обещаю. Мы что-нибудь придумаем. Эта программа посвящается Наталье Большовой, трагически погибшей в автомобильной аварии сегодня утром. Ее смерть – невосполнимая утрата для всех нас. Следствие уже ведется, но и мы, и ее коллеги, решили помочь в поисках убийцы. Мы решили провести самостоятельное независимое расследование. Какое расследование? Гостьей нашей прошлой программы была Надежда Кошкина, руководительница кризисного центра для женщин. Все мы поверили в ее бескорыстность и стремление помочь людям. Однако после эфира мы начали получать звонки. Люди обвиняли Кошкину во лжи. Да что она несет? Для того, чтобы во всем разобраться, Наталья Большова отправилась в ее центр под видом жертвы домашнего насилия. Она собирала информацию изнутри и, видимо, узнала слишком много, чем и подписала себе смертный приговор. Как только появятся места для двоих, дайте мне знать. Угу, на связи, спасибо. Вы меня звали? Да, проходи. Хочу обрадовать. У тебя будет жилье. В другом центре? Твое личное. Город выделил дом вместо сгоревшего. Смотри. Надежда Сергеевна, вы ангел. Такой большой. А что, это плохо? А нет, нет, очень хорошо. Просто я боюсь, великова для меня одной. А ты возьми кого-нибудь из центра. Им жилье, а тебе помощь и компания. Ты же успела здесь друзей завести? Угу. Ну подумай. Надежда Сергеевна, там в холл вам надо. Хорошо, иду. Александр, у меня к вам предложение. Да подождите вы, не до вас. А теперь давайте послушаем мой последний телефонный разговор с Натальей. Есть тема для нового шоу. Пусть все знают, что творится за дверями кризисного центра. Завтра приедешь из группы. Наталья назначила мне встречу, чтобы передать компромат. Но ей не позволили это сделать. Так что же такое она узнала? Об этом мы поговорим с экспертом по вопросам благотворительности. Думаю, тут вскрывается коррупционная схема. Эти центры существуют на средства спонсоров. Меценаты думают, что помогают людям, но их деньги оседают в карманах директора. Кстати, о карманах. Давайте покажем зрителям, как живет директор центра. Надежда Сергеевна. А теперь взгляните на транспортное средство госпожи Кошкиной. Какие шиши куплено и какая зарплата? У нее зарплата? Обычный человек на такую машину за всю жизнь не заработает. Кстати, о машине. К нам поступили сведения, что Наталья Большова была сбита черной иномаркой. Интересно, а проверила ли полиция этот автомобиль? Или у Кошкина и там есть свои покровители? Вот ведь. Все, кто видел этот автомобиль, звоните нам по горячей линии. Да, товарищ подполковник. Да, со мной. Понял, идем. Нас на ковер вызывают. Угу. Давай, ты иди, я догоню. Прокопенко! Я! Открой. Есть. Все, свободен. Андрей Павлович. Да? Вот здесь данные. На вашу шантажистку. Надеюсь, мы в расчете. Не совсем. Есть еще одна маленькая просьба. Рита.
Я же просила перебраться в другую комнату. Так мест нет. Только если на койку большую падать. Но что-то не хочется. Понятно. Но лучше так, чем в метре от опасной проводки. Вставай, пошли. Давай. Тише, тише, ой, тише. Что, тише. Живот? Валя ушла. Врача вызвать? Что? Все нормально. Точно? Да. Просто полежать надо, пока есть возможность. А то на вокзале больно не поваляешься. На каком вокзале? Ты что думаешь, я тебя на улицу выгоню? А куда? Я же без документов. Ко мне, например. Ну, если ты не против. У меня маленькая квартира, но на двоих хватит места. Ты серьезно? Серьезно. Вот ключи. Адрес сейчас напишу. А вы не боитесь, что я хату обнесу? Да там обносить нечего. Это же я только по телевизору, миллионерша. А на самом деле все по-другому. Товарищ подполковник, это плохая идея. Нельзя было выпускать Юдина. Да, его вина не доказана. Но ведь невиновность тоже. Невиновность доказана. Пока он у вас в камере загорал, пришла экспертиза по тачке. Машину он год назад коцнул, а не вчера. В сервисном центре подтвердили. А я говорил? Говорил. Юдин – это ложный след. Будем отрабатывать другие версии. За вас уже отработали. Телевизионщики эти, чтобы их. Как вы этот центр проморгали? Слушайте, ну это же сплетни. Ну какие сплетни? Машина Кошкиной в центре пару часов назад заявлена в угон. А вы ни ухом, ни рылом! Бессонов! Да. Понял. Машину Кошкиной нашли на пустыре. Местное население справилось с работой лучше вас. Быстро. Я ж не зря ем свой хлеб. Ты говорила, что можешь описать подельников своего паренька. Конечно. Я их рожа на всю жизнь запомнила. Ну да, отлично. Сможешь сейчас подъехать? Могу. Куда? Светлова 6. Жду тебя. Добро. Давай. Надо маршрут поменять. Хорошо. Спасибо. До свидания. Ну и где же ты? Вы куда мне? Отпустите! Отпустите меня! Да кто вы такие? Отпустите меня! Пожарный, конечно, понял, что ее специально испортили. Но там общее состояние такое, что даже чинить не предлагал. Так что завтра начнут поселение. Ну что, выпьем за успех предприятия? Можно. Красное или белое? Ну, смотря что мы будем есть. Ну, тут облом. В холодильнике мышь повесила. Смогу что-нибудь заказать? Ну уж нет. В ресторане мы сегодня уже были. Теперь моя очередь тебя угощать. Ты, наверное, лет 100 домашнего не ел. Больше. Можно я похозяйничаю на твоей кухне? Да, да. Куда? А вот туда прям проходите. Ну что, все соответствует. Фара разбита, капот разворочен. Это, походу, кровь. Надо же было так просчитаться, коллега. Да, товарищ подполковник. Да, как раз проводим осмотр.
Да это точно она. К бабке не ходи. Понял. Кирилл, тут твою машину нашли. Добрый вечер, Надежда Сергеевна. А Кирилл не может говорить, он в душ. Лида? А ты что там? Значит, это ты с проводкой? Какая у вас бурная фантазия. Ну и раз уж мы созвонились, я увольняюсь, Надежда Сергеевна. По семейным обстоятельствам. Не ожидала от тебя. Да вы всегда меня недооценивали. Ладно, мне пора... Забудьте этот номер. Кто-то звонил? А, да это мне из салона запись подтвердить. А-а-а. Иди сюда. Ну, здравствуй, Надежда Сергеевна. Выпустили, значит? А ты реально думала, что меня посадят? Надь, ну ты, конечно, всегда была наивная, но не до такой же степени. Отойди, пожалуйста, не подходи ко мне близко. Ну что ты, звезда моя, давай поговорим. Нам же есть что вспомнить. Убери свои руки. Мы же любили друг друга. Не трогай меня, ты меня уже не запугаешь. Кто тебя пугать не собирается, таких давить не надо. А ну отпустили его, пока я вам статью не пришил. Что случилось? Так, ребят, на нас напали. Господи, Саша. Так. Как ты? Ничего не сломал? Да нормально жить буду. Толь, спасибо. А тебя кто вызвал? Маша кнопку нажала? Нет, меня никто не вызвал. Я на задержании. Так ты за ним приехал? Я за тобой. Надежда Сергеевна Кошкина, вы задержаны по подозрению в убийстве.